воскресенье первом том чудесно соберется Господа народ. Малый и великий все воскреснут после долгих странствий и невзгод. Воскресенье значит нету ночи, и не надо темноты бояться. Это мир, где все прекрасно очень, где всегда мы будем удивляться. Это мир, где нет злых сердиты, где любовь зовет сердца до края, где дороги к счастью все открыты. Воскресенье, так я понимаю, воскресенье значит нету ночи, и не надо темноты бояться. Это мир, где все прекрасно очень, где всегда мы будем удивляться. Воскресенье значит гроб не нужен, папе, маме, даже детям милым. Это значит, что никто не тужит, голову склоняя у могилы. Воскресенье значит нету ночи, и не надо темноты бояться. Это мир, где все прекрасно очень, где всегда мы будем удивляться. Воскресенье значит эту ночь, и не надо темноты бояться. Это мир, где все прекрасно очень, где всегда мы будем.